Сегодня покажу, как я обрабатываю фотографии в Capture One. Расскажу, почему мне нравится больше Capture One. Ну и, собственно говоря, посмотрим, что можно сделать из вот такой вот летней фотографии. Я перешел на Capture не так давно, возможно, года полтора-два, точно уже не вспомню. Но основное преимущество Capture перед Lightroom в том, что Capture не тормозит. Сколько бы фотографий вы не загрузили в нее, сколько бы вы не хотели обработать, все ползунки, все будет очень резво и быстро откликаться, поэтому ресурсов для работы в Capture, я имею в виду ресурсов компьютера, не нужно таких очень мощных. Достаточно на слабых компьютерах тоже это все может работать. Плюс в Capture есть слои, и это очень сильно облегчает работу. Значит, вы можете вот во вкладке Base Characteristics выбрать профиль вашей камеры. У меня автоматически подтянулся профиль, с которым я снимал. Это Astia Soft. Мы можем посмотреть, поперебирать профили и выбрать что-нибудь, что нам нравится. Если нам что-то нравится. Теперь начнем с самого главного. С неба. Мы создаем новый заполненный слой и выбираем Luma Range. Включаем отображать маску и начинаем вот так вот утягивать ползунок. То есть все то, что у нас выделено красным цветом, это и есть наша маска. Можем ее чуть растушевать. Вот так. Вот так. Жмякаем «Применить». Во-первых, я изменю баланс белого чуть-чуть. Во-вторых, ползунок White ползает вот сюда, чтобы убрать этот истеричный пересвет. Можем сейчас подкорректировать наш Luma Range. Чтобы вот этот ореол. Хотя все равно с ним придется пободаться немножко в фотошопе. И лучше мы попадаемся в фотошопе. Ну-ка. Ну, допустим, пусть будет так. Вот мы уже, собственно говоря, получили какое-то небо. Потом в фотошопе можно будет заменить это небо на какое-то другое, но не суть важно. Вот хайлайты еще прижмем. Вернемся на слой background. Добавим немножечко контраста. Вытянем тени. Но вернем черные. Причем, что характерно, в Capture One ползунок Black и Shadows, они работают немножко по-другому, не так, как в Lightroom. Black влияет исключительно на черные, а Shadows только на тени. То есть не происходит влияние на средние тона, на светлые тона. Мне не очень нравится здесь зеленый цвет. Хочется сделать его более стоковым. Поэтому мы перейдем во вкладку «Работа с цветом». Переходим в «Advanced». Выбираем пипетку и тыкаем в зеленый. Включаем «Отобразить нам эти цвета». И убираем оранжевые, чтобы у нас затрагивался только зеленый цвет. Вот так. Отключаем эту видимость и сдвигаем Hue. Сделаем травку чуть позеленее. И прижмем насыщенность цвета. Ее можно сделать потемнее.
посветлее, только вот этот зеленый оттенок. Но, в общем-то, сильно темным делать его не будем. Дальше. Если хочется, допустим, платьишко сделать без рефлексов, беленьким, мы создаем новый пустой слой, выбираем кисточку и начинаем рисовать по платьишку. На самом деле это все не очень хорошо, убирать рефлексы в данном случае с платья, ну, со снимаемых объектов. Потому что они есть. У нас есть теплый солнечный свет. Но я просто покажу, как опция работы со слоями и масками. Я, видите, нарисовал достаточно грубую маску. Вот. Теперь мы выбираем Refine Mask. И вот у нас края уточнились. Apply. Собственно говоря, мы можем взять и просто насыщенность понизить. При этом добавить яркости, допустим. Вот так уже контраст задирать не будем. Вот у нас платьишко стало поярче и побелее. Если мы хотим поработать с оттенком кожи, хотя здесь меня, в принципе, все устраивает, ну, давайте еще разочек. Создадим заполненный слой. Color Editor, Advanced, пипеточка. Жмяк. Включим, посмотрим, что у нас тут влазит. Вот так. Приблизительно попали, выделили цвет кожи. То же самое. Создать маскированный слой. И тут мы можем поиграться с оттенком кожи. То есть, либо простым балансом белого. Либо... Опять же таки, вот так тыкаем и как-то его изменяем. То есть, видите, изменяется. Все-таки я оставлю skin tone таким, каким он был, но так как мы захватили вот это вот, вот эти деревья, верхушки травы, то их можно сделать позеленее. Вот таким вот образом. Теперь мы жмякаем клавишу E, Eraser, ластик. И эти изменения зелени вытираем с нашей девушки, чтобы вернуть тот родной, оригинальный цвет кожи. Мы потом уточним маску. Опять же таки, удалять можно ее грубовато. Не обязательно гнаться за точностью. Вот так вот. Опять жмем сгладить маску. И вот здесь вот лишнее опять подотрем.
Собственно говоря, вот эти вот все слои мы все отключим. Вот у нас была такая фотография, а накрутили, накошмарили мы вот такого. Теперь давайте экспортируем ее. Ну, больше просто на самом деле делать ничего не хочется с этим фото. Все остальное можно будет произвести в фотошопе. Так, откроем мы ее в фотошопе. Я экспортирую в 16-битный TIFF без сжатия. 300 точек на дюйм. 6000 пикселей по большей стороне. Вот, экспортируем. Капчу можно закрыть. Вот наше фото. Начнем с того, что я хочу здесь заменить небо. Я иду в Edit, Sky Replacement. Смотрим, что нам предложит Photoshop. О! Живенько, интересненько. Небо можно сделать чуть поярче. И я думаю, что потеплее. Учитывая то, что мы снимали вечером, уже ближе к закату. Отлично. Вот у нас наше небо. Даже, кстати, ореолы вот на верхушках деревьев не нужно подправлять. Единственное, что я сделаю, добавлю маску и черной кисточкой протру по лицу, потому что достаточно часто случается, что небо накладывается и на лицо. Все-таки искусственный интеллект не настолько искусственен. Даже мы попробуем поступить по-другому. Select Subject. О! Выбрана наша девушка. И теперь мы начинаем вытирать, скажем так, это небо замененное, которое наползло на нашу модель. Все. Вот так. Обычным штампиком здесь можно... Ой. Схлопнем два слоя. Произвести легкую ретушь. Ничего особенного. Так, это мне не нравится. И это мне не нравится. Ну и, пожалуй, будем заканчивать с этой фотографией. А, вру. Вот очень хорошо, что я приблизил так близко. Выбелим зубки. Выбираем фильтр. Cooling фильтр первый. Инвертируем маску. И белой кисточкой отрисовываем только по зубкам. Если зубы получились слишком белые, либо отливающие синевой, то просто понизим прозрачность слоя. О, вот так. Можно докинуть сюда линейного контраста. Вот у нас стало. Было и стало. А теперь порисуем. Порисуем засветку. Ну, откуда мы ее пустим? Я думаю, что мы засветочку пустим отсюда. Допустим, так. Режим наложения screen.
Растушевочка, переходика больше вот так вот на весь кадр. Вот у нас появилась наша засветочка. Опять выберем девушку. И вернем. Засветка у нас не может падать. Только частично. И здесь уберем. Может быть, так сильно не надо. Тогда поставим прозрачность 50%. Вот. Вот так вот. Хлопнем слои. Все-таки я у себя сейчас вижу некую зеленцу на коже. Мне она не очень нравится, поэтому продублируем слой. Перейдем в фильтр, камера RAW фильтр. Вот у нас Hue. И мы вот эту зелень заведем в коричневый оттенок. Вот так. Закроем масочкой и мягкой белой кистью протрем только вот эти участки зеленые. Это размытая травинка, но мы ее тоже подкрасим. Вот, собственно говоря, у нас было вот так, а стало вот так. Было тоже неплохо, но стоки любят засветки, стоки любят поярче, поцветастее, поэтому будем творить ширпотреб. Собственно говоря, на этом все. Будут вопросы, спрашивайте в комментариях.